Певец Рики Мартин с гордостью сообщил, что он и его избранник художник Йосеф Джван снова стали родителями. Мальчик получил имя Рен. Это второй общий ребенок Рики и Йосефа. В начале 2019-го в семье появилась малышка Люси. Сам Рики в 2008 году, за 8 лет до встречи с мужем, стал отцом близнецов Мэтио и Валентина. Все дети артиста появились на свет благодаря суррогатным мамам. Рики Мартин всегда хотел большую и крепкую семью. Несмотря на то, что родители Рики развелись, когда ему было 2 года, у него было 7 братьев и сестер, появившихся у мамы и отца в других отношениях. Судя по инстаграму артиста, Рики и его избранник души не чают в малышах.